Погиб, купаясь в надувном бассейне. Накануне в Петушинском районе страшная трагедия унесла жизнь 9-летнего мальчика. 60-летняя женщина решила искупать своего внука в надувном бассейне, а заодно провести инструктаж по обращению с кипятильниками. Под ее контролем третьеклассник подогревал себе воду в ведре, а затем отключал кипятильники и переливал ее в бассейн. Посчитав, что ребенок усвоил урок, бабушка отлучилась в дом на 15 минут. А когда вернулась, то обнаружила в бассейне бездыханное тело собственного внука. Стало понятно о том, что ребенок в отсутствие контроля бабушки решил вылить теплую водичку из ведра, не выходя из бассейна и не отключая электрокипятильники от сети.